Всем привет! Вы на канале Товары с Китая. Меня зовут Вячеслав. И сегодня у нас будет сравнение этих ультрабюджетников. Мы сравним их в Antutu и заодно проверим скорость работы данных устройств. Первый у нас по счету идет Realme C21Y. Следующий идет Samsung A03s. Третий смартфон Narzo 50i. И четвертый Redmi 9C. Напомню, что в Realme C21Y установлен Unisoc T610, в Samsung Helio P35, в Narzo SC9863, это Unisoc, и в Redmi 9C установлен Helio G35. Все четыре смартфона имеют 64 гигабайта на борту, кроме Redmi 9C, у него 3 гигабайта на борту. И давайте сейчас начнем наш тест. Итак, у всех четырех смартфонов яркость на 80%. И давайте включим Antutu у всех их. И сейчас мы приступим к тесту. Напомню, что установлена последняя версия Antutu V9.2.4. Ну и вот результат перед вами, друзья. С явным перевесом впереди Realme C21Y. На втором месте у нас идет Samsung A03s 121 тысяча. На третьем месте у нас Narzo 50i 105 тысяч.
И на четвертом месте у нас Redmi 9C. 91 тысяча. При этом больше всего нагрелся у нас Realme C21 Y на 29 градусов. Затем Samsung на 28 градусов. На 27 градусов нагрелся Narzo 50i. И на 25,6 градуса нагрелся Redmi 9C. Все результаты тестов перед вами. Поддержите, пожалуйста, это видео лайком, если оно вам понравилось. Ну и всем пока!